Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в финалочку на серии Machine Holy Play, 7 серии, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, чуваки, сегодня я покажу самую охуенную бюджетную тачку, просто какая может быть. Реально, я просто от этой тачки охренел, я от нее столько эмоций получаю, что я даже от BMW M5-60 столько эмоций не получаю. Итак, пацаны, нет, это не эта машина, это Seat, пацаны, это Seat. У меня 2 дня випки осталось, пацаны, я потратил на эту машину, можно сказать, свои последние деньги, но я не пожалел. Как вообще я решил ее купить? Изначально мы купили такую машину Тимохе. Он типа выбрал машину, я говорю, купи Seat. Он такой купил, короче, протюнил его полностью. А херак, он такой валящий просто, понимаете? Он стоит в автосалоне 250 тысяч. 250 тысяч стоит вот эта машина, короче. И... В стоке она едет 88 километров, пацаны. Но вы ставите 2 чипа, она едет 130. Я просто вчера, мы с Тимохой катались там часов 10. Я просто стоковые Мерседесы и стоковые Бэхи просто наказывал на этом Сиате, реально. Просто он так рвет, реально. Просто смотрите, это просто пушка. Просто 130 валит. Он такой бешеный просто этот Сиат. Реально, за эти бабки вы ничего такого бодрого, веселого не купите. Она столько мне эмоций приносит, что это просто пиздец. Я вчера у Тимохи покатался, блядь. И я просто сразу мотик слил в гос просто и купил вот эту машину. Потому что эта машина просто бомба, реально, пацаны. Вы покупаете ее за 250 тысяч в автосалоне, влаживаете еще 150 тысяч, если хотите, как у меня, чтобы была там диски, там нитро. Либо можете просто чипы поставить, чипы вам обойдутся в 120 тысяч, 2 чипа. Если нитро не ставите, колеса. Короче, грубо говоря, 400 тысяч, вот. Вот эта машина сейчас 400 тысяч. Я купил за 250 и 150 вложил. И просто такая пушка-гонка. Выглядит она тоже довольно-таки неплохо. Такой волк в овечьей шкуре. Знаете, блин, просто тачка-бомба, реально. Просто бомба. На ней наказывать просто так можно, реально. Вообще нехер делать. Она просто рвет. Она и по горам ездит охуенно. Сейчас я вам это продемонстрирую, в принципе. Просто машина охуенная, пацаны. Мы с Тимохом вчера от нее просто усыкались, реально. От того, какая она охуенная, просто. Мы вчера... Ебать, она это, ебать. Она просто ебанутая машина, охуенная просто. Мы вчера и мост на ней перелетали. Ну, не долетели, правда, чуть-чуть. Но все равно, блин, эта тачка столько удовольствия приносит, что, блин, вам и не снилось, серьезно вам говорю. Я на Бэхе столько удовольствия не получал, серьезно. О, 100 литров всем. Влад Стартов. Спасибо тебе большое. Просто, видите, сейчас гелик можем выебать. Реально, просто можем спокойно сейчас гелик выебать. Я вам серьезно говорю. Сейчас, я просто разверну его немножко. Так, ку. Видос. СМС 22242. Давайте напишу плюс. Ебать их собралось. Так, кью-кью. Здравия. Да, снимаю. Да, пацаны, я снимаю. Привет, он Дима Филиппов, привет тебе. И Эмиль Аспанов, привет тебе. Передал. Просто, пацаны, реально, соковый гелик вы можете просто... Понимаете, 130 километров, у нее разгон еще такой бешеный, вы бы знали просто. Я вам серьезно говорю, тачка реально просто огонь. Мне тоже ПЖ передай, передал. Андрей Басута. Привет тебе тоже. Ебать тут людей просто собралось. Нужен гелик. Не, спасибо. Что за ютубер? Лол. Тебе лучше не знать. Секрет. Я не просто нельзя пиариться, как бы. Поэтому вот такие вот дела. Давай сейчас я вам покажу, что она может. Эта тачка просто. Эта тачка реально, серьезно, вот если вы хотите машину какую-то бюджетную, и чтобы она ебашила, и чтобы она была... Она четырехместная, она ебашит, она очень хорошо ебашит, и она не просто Мерседес ебал, понимаете, насколько она ебашит. Просто на ней можно дрифтить спокойно по асфальту там и так далее. Давай сейчас я вам покажу, как она просто на гору заезжает. Просто, смотрите, просто нехуй делать, реально, просто нехуй делать, заехала. Просто спокойненько. Это я даже тапку в пол не жал, пацаны.
Это даже разгончика нормального не было. Понимаете, я на X5 не так залетал сюда, как на этой тачке. Тачка это просто универсальная, как это читерская, я не знаю. Просто я вчера с админами гонялся, админы были на Е63 стоковом и на Б75 стоковой. Я просто их вот так вот шпили-вили со светофора, а я вам отвечаю просто. Реально, просто рядом не стоят стоковые бэхи, мерседесы. Вчера тоже с подписчиком гонялись, только на Тимохином сиате. Я сел за руль, короче, чувак там в шоке был просто, его сиат дотянул. Его бэху дотянул сиат, вы понимаете? Это просто, знаете, блядь, реально волк в овечьей шкуре, я вам серьезно говорю. Смотрите, просто можно по горам, по лесам на ней ездить, и вообще и похер. Серьезно, и вообще похер. Тачка просто бомба, тачка просто огонь, реально. Ну, вам надо попробовать на ней поездить, вы тогда поймете уже, что эта тачка просто бомба. Так, давайте вот здесь попробуем заехать. Даже. Просто смотрите на изях просто, на изях, смотрите. Просто изи. Ну, почти. Просто угол был сильно большой. Реально, ей такую можно дичь творить, пацаны, я вам серьезно говорю. Покупайте себе эту тачку, если у вас там немного денег. Вот, допустим, у вас 400 тысяч, вы хотите купить хорошую машину. Блин, да, за эти можно деньги купить какой-то тазик там и так далее. Но, блин, это уже иномарка как бы. Это иномарочка уже, пацаны, валящая иномарочка, если ее затюнить полностью. И как бы вид имеет. Ну, это чисто я для себя, ну, под себя сделал стиль ее. Вы тоже можете там под себя сделать и так далее. Поэтому, блин, тачка очень крутая. Всем советую на ней покататься. Их, вы заметили, их мало на сервере, потому что никто не знает, что он валит. Что он хочет. Ну. Пожалуйста, что? Что он хочет? Скажи канал. Не могу. Реклама запрещена правилами сервера. Извини, дружище, реклама запрещена правилами сервера. Я не могу тебе сказать свой канал, потому что это будет считаться рекламой, и мне за это могут дать бан. Извиняй, дружище. Я не буду нарушать правила сервера. Кирилл, ты фейл, потому что Кирилл Гейм на конце две буквы. Ай, блядь. Как меня просто бесят такие люди. 2L. Угу. С каких пор у меня 2L, блядь? 2L у меня было, блядь, еще 2 года назад, наверное. Кстати, эта тачка еще крепкая, как вы можете заметить, как я раз перевернулся. Ой, боже. В описании под видео посмотри. Серьезно, меня бесят такие люди, какие пишут, ты фейк. Блядь, какой фейк, боже мой. Сейчас меня фейком называть, я просто в шоке, блин. Серьезно, это не первый человек, как пишет, что у меня 2L. С каких пор у меня 2L? У меня 3L. Это у меня еще 2015, 2016. Не, 2000... Ну да, в 2016 еще было 2L. А так у меня 3L уже. Уже 2 года как 3L у меня. Поэтому, блядь. Ну, пиздец, ну, пацаны, запомните. Проверяйте лучше на машины. Если у фейка не будет там бэхи, не будет, ну, не будет М5, Е60, не будет X5, то это фейк. Сяд, я не знаю, у меня випка заканчивается через 2 дня, я пока наслаждаюсь этой тачкой. И вам советую ее попробовать. Тачка реально просто бомба. Просто она валит. 130 просто, мы тогда охерели, понимаете? Стоки найдет 88, вы ставите 2 чипа, найдет 130. Это ж пиздец, это просто разрыв мозга, реально. Как, блин? Реально, вот для этой тачки чип реально помогает ей. Он прибавляет очень много скорости. И это очень круто. Так, давайте пробуем еще раз залететь на эту гору. Оп. Давай. Вообще изи. Просто изи, пацаны. Вы на ней можете просто такую дичь творить. Вы себе не представляете. Поэтому, пацаны, всем советую эту машину. Это самая бюджетная, охуенная машина, какая может просто быть. Серьезно, за эти бабки ничего так не валит, как этот Сиат. Я вам отвечаю просто. Зуб даю. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.